Угадайте, из чего состоит мой завтрак? А я сейчас вам расскажу. Итак, вот это редька дайкон, я ее варила. Это тыква. Это капуста, брокколи, замороженная. А это сало польское, по-польски сделанное. Нет, ну нужно же мне какое-то желчегонное средство на завтрак. В общем, такой чудесный завтрак. Овощи. Я полила устричным соусом. Не хухры-мухры. Все по-научному. Кстати, овощи я не солила, когда варила. Очень приличный завтрак. Все по фэншую. Бомба получается.